Губернатор Виктор Назаров объявил карантин во всех школах Омска и 15 районах области. Решение сообщили в среду вечером и не во всех учебных заведениях успели отреагировать. Например, в обычном режиме отработала весь четверг адаптивная школа-интернат номер 19. Детей сюда привозят на учебу со всего города. И когда родители стали уточнять, будут ли занятия, в школе сказали, что никаких распоряжений не поступало. Администрация, судя по всему, должна сама ориентироваться на сообщения в СМИ. Тем временем ограничения распространяются также на учреждения дополнительного образования. Карантин бессрочный, будет действовать до спада эпидемии ОРВИ и гриппа. Порог заболеваемости сейчас на 44% выше нормы.